сегодня мы идем на море. Мы сегодня с Данилкой пошли на море. У нас последняя неделька, и мы уезжаем домой. Не хочу. Открывай. Там холодно. Не хочу. Ну, папа тоже не хочет. Как тебе? Да, тут живем. Расскажи, ну вот возможность будет, будем тут жить. Навсегда? Пока нет возможности, сыночек. Пока надо домой ехать, ну скоро будет. Надо много денег. Мы будем навсегда тут жить, да? Ну, типа да. Тебе нравится, значит, здесь, да, я понял? Давай, иди нажимай. Вот мы нажимаем традиционно на кнопочку. Тихо, 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 тихо. Вот кнопочка. Один раз зачем ты ломаешь-то? Вот такой трафик тут автомобильный. Сейчас мы на кнопочку нажали, машина остановится. И мы пойдем. Пошли. Мы с Данилой идем. Когда красный, надо сразу идти, пап. Понял? Когда красный, надо сразу идти? Да, вон там, вот тут, когда красный, надо сразу идти. Нас все пропускают, да? А моя? Мы ходим через... Вход на море. Да, через парк. Ходим, вход на океан. От нашего дома, вот от калитки, 5 минут ходьбы. Если да. Если бы мы вот в этом здании жили, не пришлось бы приходить дорогу, и ближе бы было. Да, это точно. Точно, сынок. В этих два здания мы бы жили, нам бы не пришлось переходить дорогу. Да. Ну, ничего страшного, перейдем дорогу. Сегодня праздник в Америке, День Благодарения. Что такое благодарение? Не знаю, благодарят все друг друга, что ли у них там. Что-то такое. Ну, по крайней мере, смайлики такие мне присылали. День хорошести, да? День хорошести. Здесь моют ножки. Я там не наступил, там много мух летал кругу. Да ты чё? А вот там спасатели у нас сидят, да? Расскажи, ребята. Да, вот там спасатели сидят и смотрят. И ещё, когда ураган был, это подвинуло почему-то как-то, да? Нет, её, по-моему, откручивали, уносили ближе туда, что ли, я так и не понял, зачем. Может быть, что-то. Меньше соприкосновений с воздухом было. 24-го, да? Так мы вот увидели с балкона, что нету волны, побежали, а то что-то последние дни были волны. О, можно занять. Да, занимаем. Ёкараны баба. Вот она. Холодно? Иди потрогай. Пойдем. Что, реально холодно, а что, как люди купаются? Не знаю. О! Прохладненько, ну, наверное, привыкнуть можно. Да. Люди, же, люди-то вон купаются же, это кажется сюда. Надо привыкнуть еще. Я об этом и забыл. Сразу-то вода всегда холодная, кажется. Кстати, мне мушка сейчас в щечку врезалась. Мушка в щечку врезалась. Народу немного сегодня, но что-то птичек много, то ли кормят их люди. Уже чуть-чуть потеплее стало мне ножки. Уже привык? Ну, о, такой я. Да. Нет, я нормально уже привыкся. А где мы на рукавнике?
Не знаю. Звонить мама, чтобы на рукавнике взяла? Да.